Березово-дубовая аллея. И вот я снова здесь. И вот нахожу первого красавца. Вот такой молоденький. Ну что, грибы есть. Мы продолжаем дальше искать. Пойдемте поищем. Должно быть еще грибы. Ну, наконец-то, друзья, второй гриб попался. Иду по аллее, и нету ничего. Видимо, кто-то ходил уже здесь. Не знаю, вчера, может, вечером. Здесь кто-то прошелся. Вот еще один подберезовик. Тоже молоденький. Итого, уже 3 гриба у меня. И вот груздя. Смотрите. Вот большой груздь стоит. А вот помоложе. Давайте сорвем. Покажу. Ой, развалился червивый. Вот тут грузди пошли. Но меня больше интересуют вот такие грибы. Вот такого плана. Зашел я снова в парк. Спустя один день. Вот тропинка. И тут стоят два красавца. Подберезовики. Вот он первый. Смотрите, какой красавчик. Ух ты, какой белоснежный. Вот это да, фантастика. Какой гриб. И вот второй. Такой же. Идеальный, смотрите. Ни единой точки. Вот это грибы. Только посмотрите на это. Вот это два красавца. Просто суперские. Прямо у тропинки. Зашел я в ельник посмотреть желтобурые подосиновики. И они тут есть. Смотрите. Вот они стоят. Красавцы. Давайте начнем срывать. Смотрите, какой. Обалдеть. Дальше идем. Вот тот постарше товарищ. Это вообще кандидат. Вы только гляньте на него. Какой красавец. А тут спрятался третий малыш. О, а он длинный. Вот какой солдатик. И вот такая троица. Такие красавцы. Обалдеть, друзья. Они тут есть, в этом ельнике. Желтобурые подосиновики. Недалеко я отошел от той полянки. И вот мне еще парочка попалась. Желтобурых подосиновиков. Вот эти уже покрупнее. Вот они какие. Давайте посмотрим на их качество. Я думаю, что они будут хорошие. Особенно вот этот первый. О, смотрите, он просто идеальный. А вот этот. Этот постарше немножко. Но есть шансы, что будет хороший. Глубоко сидит. Ой. Комары заедают. Ой, не дают мне спокойно поискать
и пособирать грибы. Смотрите, в принципе, тоже ничего. Вот такие вот красавцы желтобурые в этом ельнике растут. Кружусь я по этому ельнику, и мне попадается еще один вот такой молоденький бочонок. Ой, комары нападают опять. Смотрите, какой красавец. Офигеть, а? Есть тут грибы в этом ельнике. Вот это супер. И вот такой сегодня получился грибной итог 19 июня 2024 года. 6 подосиновиков желтобурых и 5 подберезовиков. Как-то сегодня вот так. Вот такие грибные новости. Но радует то, что грибы начинаются и в большом темном лесу, где они обычно гораздо позже начинаются. Они уже сейчас пошли. Хорошее в этом году начало. Это прям радует. Отлично, супер.